Работники сферы жилищно-коммунальных услуг в Одинцовском городском округе получили продуктовые наборы от главы муниципалитета Андрея Иванова. Это 1200 сотрудников из 10 управляющих компаний. В это тяжелое время на передовой остаются не только медики, но и работники сферы ЖКХ. Это и уборщицы, и дворники, которые проводят дезинфекцию наших подъездов и держат в чистоте наши дворы. Им тоже нужны помощь и поддержка, сказал Андрей Иванов.